то, что творится беспредел 10 лет в Молдове, это ожиданно? Ожидаемо? И, это так ну, для вас быть? Это должно было быть ожидаемо, потому что вы об этом неоднократно говорили, что если коммунисты проиграют, то начнется. Так что я думаю, что для вас это должно быть ожидаемо, нет, это не, если вы для тогда меня и для любого нормального человека это неожидаемо. И я, поверьте мне, я знаю, что смотрят вас много зрителей, я не радуюсь этому ради какого-то своего рейтинга. Я знаю, что такое быть во власти. Я не радуюсь тому, что не получается ни у кого ничего больше 10 лет. Наоборот, это горе, это трагедия наша, общая, всей страны, всего народа. Поэтому здесь надо задуматься тем, которые, так сказать, оценивают граждане их таким образом. Но задуматься не только во время этих рейтингов, которые в какой-то степени носят и не совсем объективный характер, но задуматься в день, когда они выходят на выборы и когда берут бюллетень в руки. Вот о чем надо говорить.